Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дед Сергей, и в этом видео я покажу и расскажу, как сделать ярлык на рабочий стол для быстрого выключения компьютера, его рестарта или же перехода в спящий режим. Я их уже сделал, но давай мы их удалим и попробуем с тобой сделать их заново, чтобы не возникало лишних вопросов или чего-то еще. Нажимаем на вторую кнопку мыши «Создать ярлык». В этой строке мы указываем специальный путь. Весь данный текст найдешь в описании под этим видео. Вот так выглядит наш путь. Нажимаем «Далее». Назовем этот ярлык «System Off», пусть будет. Готово. Вот так он выглядит. Не совсем красиво. Давай его облагородим. Вторая кнопка «Свойства». «Сменить значок». ОК. И из предложенного списка выбирай то, что тебе больше по душе. Я выберу такой. «Применить». ОК. Все. Кнопка выключения системы у нас готова. Давай создадим кнопку рестарта, также создать ярлык, указываем путь указан, далее, назовем ее рестарт, готово, также делаем ее красивее, лучше, быстрее, думаю, вот это подойдет, применить, окей, и последний ярлычок будет перехода в спящий режим, все то же самое, ввели, далее, назовем ее sleep, готово. Так, это свойство. Сменить значок. Так, и поставлю, знаешь, какой. Вот здесь вот, вот часики со временем, что-то там связано. Короче, неплохо выглядит, нормально. Делаю. Все, мы с тобой создали три кнопочки для быстрого рестарта, либо выключения, либо перехода в спящий режим. Если видео приходилось, понравилось, то поставь ему лайк, подпишись на канал и обязательно напиши в комментариях, как тебе данный способ. Ну и думаю, это можно закончить, друзья. Всем пока-пока.